немногие люди знают, что это такое. Сейчас мы спросим у Фатмы с Индонезии, как называется эта штука. Фатма, what is this? Oh, this is we calling in Indonesian cassette. Yeah, this is cassette. По-индонезийски yeah. Это тоже кассета. Yeah. This cassette is normally they using in for all generation. Like Mr. Khalid. Да, вот как я, да, вот только старые люди пользуются. Hi, this is cassette, cassette. We call cassette in Indonesia. Do you know what this and how to use this one? You don't know this? You don't have in Bangladesh something like this? Bangladesh, yes. Uh-huh. And what kind of name in Bangladesh? I am Babul from Bangladesh. My language in this is cassette. My name is Brando. You know what this is? This is a cassette for music. And I know this shit. Поверьте, мы находимся на берегу Индийского океана, в дальней стране, которая называется Мальдивские острова. И сегодня мы с вами снова поговорим о тех самых кассетах. У меня в руках не простая кассета, это кассета для, ну, как бы по-современному сказать, для цифровой записи. А раньше эти кассеты назывались кассеты или пленка для использования в электронно-вычислительных машинах. В свое время вместо винчестеров вот, использовались разные накопители, такие как перфокарты, большие барабаны, использовались, в которых была большая широкая лента. Ну и также потом появились стримеры, такие вот маленькие магнитофончики, которые подключались к большому АВМ, туда вставлялась вот такая вот кассета и записывалась сюда информация. Сегодня мы с вами разберемся, можно ли записывать музыку на такую кассету. Видите, они отличаются от всех других. Здесь есть специальный паз для того, чтобы кассета зафиксировала стрим или жестко. Она не должна гулять туда-сюда, потому что очень быстро срабатывает поиск информации на этой ленте. Перематывается лево-право, лево-вправо. Вот. Также здесь есть предохранители, не такие, как в обыкновенных кассетах, выламываются. Вот. Здесь предохранители вынимаются, и их можно вставить обратно. Вот такие вот... интересные, красного цвета. До этого я встречал другие кассеты. Ну, практически они очень похожи. Сегодня мы с вами поговорим о кассете фирмы ТИК. Нашу кассету посмотрим, что там находится внутри. Берем специальную отвертку и откручиваем маленькие винтики. Как раз листик манго нам послужит хорошим местом для того, чтобы они никуда не укатились, не потерялись. Придерживаем рукой и посмотрим, что же там внутри этой нашей кассеты. Все, 5 винтиков разобраны. Видите, здесь есть такой вот интересный зеркальный элемент. А с этой стороны у нас его почему-то нет. TIC Corporation Japan. Ну что, открываем? Смотрим и видим. Что мы видим? Мы видим 4 ролика. Мы видим широкую подушку. Вот такая вот пленка у нас находится внутри. Интересная кассета? Интересная, да? И вот эти вот штучки у нас достаются для того, чтобы была возможна запись. Ну, и потом вставляются обратно, ну, в разные методы. Можно сразу в разобранную кассету, а можно и в такую. Вот, кассета сделана очень качественно. Ну, как ни крути, ТИК практически тоскам. Вот, ставим все обратно. И соберем кассету заново. Очень хороший качественный пластик корпуса. Почему-то мне все время вспоминаются наши кассеты «Маяк». Помните, были такие? Только разберешь, начинаешь собирать, у них вот эти вот уголки уже крошились, такие в металлическом корпусе.
Вот. Ну, для того, чтобы правильно вставить в кассету болтик, да, нужно его прокрутить в обратном направлении, пока он не щелкнет. Ну, а потом начинаем проворачивать по часовой стрелке, и болтик попадает точно в нужную резьбу. Оп, щелкнул, да? И теперь закручиваем обратно. Компьютерные кассеты, или как их еще называли, дата-кассеты, впоследствии нашли применение в первых персональных музыкальных и игровых компьютерах, таких как Atari, Commodore, Amstrad и так далее, и потом были изжиты новыми технологиями хранения информации, такие как дискеты, CD, винчестеры различных видов. Находясь еще дома до отъезда на Мальдивы, я сделал заранее тестовую запись музыки на дата-кассету с компьютера. Посмотрим весь процесс, что вышло из записи на кассету для компьютера. Вот, перед вами кассета для цифровой записи на стримере. Ну, это такой заменитель. То, что пришло на смену перфокартам, вставлялась в подкассетник вот такая кассета, и сюда записывалась информация цифровая. Вот, в свое время, 80-е годы, в начале у меня был опыт. Я сталкивался с такими кассетами фирмы Orva. Вот. И когда цифровая запись включалась, вот, был слышен постоянный такой писк, типа писк комара. Вот. Чем эта кассета отличается от обыкновенных? Здесь стоит специальная пленка, такая же лавсановая, только износоустойчивая. Видите, написано здесь heavy duty. Вот, потому что сам стример, вот, в отличие от лентопротяжки обыкновенного магнитофона, он пленку может порвать. Он ее туда-сюда, туда-сюда дергает все время. Вот, поэтому к пленке здесь применены специальные требования на повышенной стойкости и прочности. Также такая кассета отличается вот таким вот пазом, вот, который использовался в стримерах. И вот такие вот интересные клапана. Раньше я видел еще кассеты Максел, там тоже съемные красные клапана были. А у Orva они, по-моему, просто выламывались. Ну и вот такая вот пленка у нас. Попробуем послушать, что на ней записано старым хозяином. Вот открываем подкассетник, делаем мы все это на обыкновенном магнитоле, чтобы было более понятно. Так, включим перемотку сначала. Боже, какая-то флейта. А на другой стороне. Наверное, цифровой сигнал. Господу помолимся. Так, понятно. Нам сейчас предстоит сделать запись на высококачественной деке для того, чтобы оценить возможности такой кассеты для записи музыки. Сейчас мы попробуем сделать тестовую запись на компьютерную кассету фирмы Tiaco. Писать мы будем на японской деке GVC TDX502. Попробуем в нескольких режимах. Пустим сигнал с компьютера. Так, ну что, поехали. Так, включаем на запись. Сразу какой сигнал выставим на normal position первый. И посмотрим, как прописалось. Вот, даже немножко больше. Вот, у нас не включено Dolby. Вот, установка сделана на нормальное положение. Вот такой пиковый уровень. Даже немножко много. Вернем до 5 децибел. Так, сейчас мы обнулим, сделаем стоп. Так, вернемся назад. И посмотрим, какой у нас уровень повторился.
Ну, я бы сказал, кассета повторила то же самое, что было записано. Те же самые 5 дБ. Интересно, дострелит до 6. Ну, достаточно неплохая отдача пленки. Хорошо. Стоп, вернемся обратно и послушаем сейчас через нашу акустику JBL, что мы получили. Мы записали сигнал с компьютера и попробуем развенчать миф, то что на компьютерной кассете невозможно записывать музыку. Ну, честно говоря, результат превзошел даже мои ожидания. Вот запись получилась шикарная, это вот техногруппы Vini Vici, которую мы сделали. И уровень кассета повторила. Тут есть и хорошие серьезные басы через акустику Infinity Reference 51. Вот. И достаточно неплохие даже для этой пленки верхи. Нажимаем кнопку Play. Вот, и смотрим сигнал, который повторила пленка. 6 дБ. Hello everyone and welcome. This is Vini Vici and you are tuned in to Dream State. Тестирование мы проводили на японской деке GVC TDX502. Вот. И тестировали потом на акустике Infinity Reference 51. Сигнал подавался с компьютера MacBook. По-моему, прекрасный результат. Будем писать музыку на компьютерную пленку. Вот положение, которое у нас останавливались на нормальной позиции. Вот у нас были отключены функции Dolby. Ну и сигнал, который мы настраивали для записи, ручка контроля находилась где-то на середине. Вот поэтому мы получили 5 дБ записи. По-моему, прекрасный результат. Я, честно говоря, не ожидал, в восторге от этой пленки, от этой кассеты. Попробую записать ее всю целиком и буду слушать музыку. Each and every month we will be bringing you all of the hottest Psytrance tunes. This week we're gonna have a lot of new music from artists we really, really like. Artists such as Blastoise, Fanatic, Reality Test, and many, many more. As well, like in every week, we're gonna have our spotlight track and classic pick. Hope you're gonna enjoy it. Stay tuned. All right, let's get right into the music. Now with Seven Lions and Blastoise featuring Fura, this is After Dark. Welcome to Dream State. Insomniac Radio. С вами сегодня был я, Олег Карцев, Мальдивские острова, и мы с вами разбирались, что же это за кассеты такие для цифровых носителей прошлого, и можно ли на них записывать музыку. Подписывайтесь на мой канал, обязательно лайкайте.